Йо, здорово, ребятня, смотрите, что пришло, подгон какой. А ну-ка, что тут? Генфан. И здесь я. Короче, приехали пробики. На ВУ приехал вот такие новые какие-то пробы. Не знаю, как вот здесь написано. Так, вот, трешки. 12.08 они. То есть вот такие. Так, и четырешки. Четырехлопастные, то есть вот такие. Их видно в камеру? Угу. Отлично. То есть это у нас получается 12.09. Вот. То есть поставим мы на шестерочку это все на мобулу. И газанем, попробуем. Сейчас покажу, как снимать. Просто снимаю я пробы. Берем вот такую плоскую отвертку. Просто обычная отвертка. Малыш, сюда. Угу. Поближе, чтобы видно было. Стараюсь палец большой вот так держать. И сюда под эту штуку засунуть отверточку. То есть, что-то вот типа того. Ой. Мне на руках, когда, конечно, у меня дрон гораздо удобней. Но я попробую сейчас. И так попробую. Ну, это еще попробую так. Ой. Ты за мной камера особо так не бегай сейчас. Это. Я потому что торопиться начинаю. Поддеваем и стараемся вытащить. Проб потом уже как бы не особо летабельный, но если при желании можно выровнять и как попробовать поставить. Все, снял. Тут вот центральная штучка эта. Отдвигай обратно. Вот. Центральная штучка просто сбивается. И все, потом плохо как бы это функционирует. Сначала я хочу трешечки попробовать. Потом, когда это четырешки уже поставлю, там ДВР-ку подпишу, что это четырехлопастные. То есть одеваем пробы по направлению, которое задано в Betafly. У меня стоит реверс. Так. Ага. Думаю, что-то не так. Прозрачный, короче, и плохо видно, в общем. Поэтому, блин. Немножко придется повременить. Так, блин, интересно выглядит. Короче, такой профиль, типа как у моих любимых пробов на пятерке. Как они? 51, 46,6. Сейчас пришли, по-моему, вторая версия мне. Хотя говорили, что третью пришлют. Но вроде вторая, я еще хорошо посмотрю, а то, может, я что-то не увидел. И не правильно, мне что-то не так. Не простенько, короче, еще одеть их. Я постараюсь все равно. Свое добьюсь. Пробы интересные. И очень хочется попробовать, как они в деле. Сначала надеваю чуть-чуть, чтобы если вдруг я попутал, ну, эти пробы, я мог еще снять. И он был целым. Поэтому вот я аккуратничаю. Стараюсь прям по чуть-чуть. И когда уже проверю, что все норм, у меня стоит все по фэншую, я уже зажимаю хорошенько пальцем большим. Лезут они довольно тугенько. Сейчас посмотрим, как эти лезут новые. Но это что-то необычное. Я такого еще не встречал, даже не видел. Поэтому, блин, сказать вообще мне нечего. Там отзывы других пилотов тоже не знаю. Блин, неудобненько быть одноруким. Не рекомендую, ребят. Так. Блин, что-то как-то не айда вообще. Промахиваюсь и все, что-то с прицелом случилось. Надеюсь, память в телефоне не сядет. О, попал. Так, все. Все, поставил в реверс. Сейчас зажму. И пойдем тестить. Ну, садят сюда. Ничего, вроде легко. Так, вроде... Нет, тут не до конца. Стараться надо до конца их, чтобы они сели. Чтобы не было прослоя этого. Вот. Ну, в общем, вот так это выглядит теперь. А теперь катим пробовать. Ну что, погнали. Тест трехлопастных пробов на Mobile 6 от Genfan. Новиночка. Сейчас затестим. Так, погнали. Ага.
Прикол. Сейчас тихонечко разомнемся, потом навалим. Ну как навалим? По возможности. Слушай, ну управляются, конечно, они четко, почему-то лучше, чем угловатые вот эти, которые у них есть уже. Контроля больше. Ой-ой-ой-ой. Здесь моя ошибка чисто. Я прогнал. Ничего страшного. Ой-ой. Отлично вошел. Ладно, гоним дальше. За что-то зацепился, по-моему. Ага, погнали. Что-то Шумахер не Шумахер. Туши. Погнали, дальше поднял. Почти. Генералочка. Не, ну слушай, кайфовые пробы. Рекомендую всем попробовать это новиншество. Очень интересненько. Батарейка уже проседает. По контролю они прям классные. Ага, отлично. Дэш, ты не зашиб? Нет. Ну, все, нет, видно меня, отводи. Вот так. Ну что, как бы на этом, думаю, закончить. Даже четырешки пока не хочу пробовать. На четырешки, наверное, отдельная будет тема. Так что всем добра. Рекомендую. GameFone.